субботу. Профессор Преображенский – гениальный доктор. Да, этот тухлый солонин лопать не станет. Что он мог покупать в дрянном магазинишке? Проводит сенсационную операцию. Профессор, это будет небывалый в мире эксперимент. Не сомневаюсь. Пересадка мозга человека собаки. Примус! Пивная! Еще парочку! Пивная! Еще парочку! Евгений Евстигнеев, Владимир Толоконников. В экранизации повести Булгакова «Собачье сердце».